это фотография в моем саду. Посмотрите, прививки это как вариант. Ну, делюсь тем, что есть, но фантазия богатая. Вот. Использовал меня Чернобаев. Начал прививать там абрикосы, вот эти, сливы. Но это уже у меня. У меня есть, перед этим было еще две фотографии, но они были ближе к осени. А уже, смотрите, 10 октября, да? А они висят. То есть, как-то абрикос, он сам-то совершенно не поздний, не может быть поздним, правильно? И тем не менее, он взял это самое, испортил слива, который называется чернослив, ой, это, ой, я уже заговариваюсь, венгерка, вот. И он уже эту венгерку так испортил, что она провисела до зимы. Почему? Потому что в это время уже были минусовые температуры. И, кстати, видите, это было какого? 10-го, да? А это вообще 20-го, 21-го. Вот. Почему я это говорю? Вот вам кажется, что у нас еще зима не пахнет. У нас да, такое бесчестье дикое, что я бывало вот так, все так же. И минус 30, минус 38. Бывало, да? Как не по себе, когда вообще снега нет. И когда я говорю, что у нас ночные температуры минусовые, мне могут не поверить. Но, тем не менее, довисело до 21 октября. Ну, я к чему говорю? И имеет ли это интерес? Ну, сказать науке я не имею права, какое отношение имеют к науке. Ну, скажем, практический интерес. Например, у всех сливы закончились в начале сентября, в середине сентября. А тут, здрасте, еще месяц, и только они начинают созревать. То есть, вольно-невольно, на четырех деревьях, на всех поздние прививки. А это прививки третий этаж. Значит, подвой мажорис, потом идет культурный абрикос, сейчас я не скажу какой, и на нем уже слива венгерка. На месяц сдвиг. Случайно, сам удивлен. Ну и хорошо, никого слив нет, а я им ел. Только мне ума хватало. Раз есть, я подумал, что же я не сфотографировал.